Привет, дорогие друзья! И сегодня у меня, можно сказать, челлендж. Мне нужно приготовить сырный салат, но сырный салат я буду готовить на время. Почему? Потому что у нас сейчас есть в программе специальных предложений терка, фантастическая терка Fusion Master с мелкой насадкой. Это первый пункт. Второй пункт заключается в том, что сырный салат в нашем регионе очень популярен. Я думаю, что он какое-то, наверное, третье место занимает по популярности после салата оливье и после селедки под шубой. Сырный салат довольно-таки легко готовится, и его очень здорово использовать в корзиночке, в канапе, в профитроли закладывать и так далее. Он популярен, и я думаю, что огромная масса хозяек его дома готовит. И я решила показать, а как я могу его приготовить на время. И третий пункт, почему я сегодня это делаю. Я хочу показать вам необычный вид подачи сырного салата. Я думаю, что так делают немногие. Итак, я оглашу сейчас вам ингредиенты, которые я буду использовать. Я подготовила прекрасный тазик для сырного салата. Тазик у меня серии Clear, которая выглядит как стекло, но при этом это не стекло. Это такой специальный особенный материал. Но я беру обычно как хозяйственную миску, да, для приготовления чего бы то ни было. Я использую миски другой серии, но для съемки мы используем Clear, для того, чтобы вы могли видеть в прозрачном виде, как это все происходит. Дома же я не рекомендую готовить сразу в серии в чаше Clear. В чаше Clear нужно подавать красиво, но стараться ее беречь, как хрусталь, как, не знаю, что-то такое особенное. Так, у меня здесь уже зафиксирована терка Fusion Master. У меня есть, конечно же, сыр. Сыра у меня здесь примерно 600 граммов. 600 с копеечками. У меня здесь есть яйца, есть чеснок. И есть морковь, которая приготовлена до полуготовности. Она такая и не сырая, но и не вареная. И я готовила ее в емкости, которая называется микрокук, удлиненной для морковки. Это самый удобный размер. И почему в микрокуке? Потому что не вываривается в воде. Абсолютно без воды я ее готовила. Если вы посмотрите, здесь примерно 1,5 столовых ложки воды вышло из самой этой морковки. Это ее внутренняя влага. Вот, потому что не вываривается в воду, и сохраняются и цвет, и вкус, и запахи, но при этом морковка не сырая. Итак, я теперь огласила. И майонез, конечно, у меня тоже есть. Я пока его спрятала, чтобы он не портил мне настроение. Вот, здесь у меня есть секундомер, и мы не будем монтировать сильно этот видеоролик. Я понимаю, что сейчас... Я включу... Как мы сделаем? Долго. Этот ролик мы так и выложим в режиме реального времени, чтобы вы нас не уличили в каких-то там монтажах и прочих-прочих, да? Я засекаю сейчас время на секундомере и посмотрим, сколько получится. Прежде чем снимать этот ролик, мы заглянули в Google, и Google гласит, что салат из 100 граммов сыра люди готовят обычно полчаса. Посмотрим, сколько получится у меня. Итак, поехали! Мне очень нравится использовать все эти кухонные гаджеты, да, Варвара? Знаете почему? Потому что с таким ритмом жизни, когда у тебя двое детей, когда у тебя сад, огород, когда у тебя много друзей, когда еще есть бизнес, совершенно не хватает времени, очень тяжело выделить время на фитнес. Так вот, эти все ручные терки, ручные комбайны, ручные измельчители, да, Варвара? Хороши тем, что они заставляют напрягаться. И, конечно, я всегда шучу, но говорю, что так называемый cooking fitness и как бы вынуждает вас напрягаться. В экстра-шепе очень хорошо бицепс напрягается. Сейчас здесь в Fusion Master, знаете, чтобы стоять на ногах и крутить, напрягаются ягодицы, например. Ну и так далее, и так далее. Немножко фитнес не моя тема, хотя я очень люблю спорт. Вот, и что еще? Можно еще поприседать, пока там у вас морковка варится в микроволновке. Смотрите, с какой скоростью измельчается сыр, с какой легкостью. И я взяла сейчас сыр и голландский, один кусочек голландского был, и один кусочек был российского сыра, для того, чтобы вам показать, что средней мягкости сыры измельчаются вот так вот. Сейчас скажу, за какое время. За 1,5 минуты я измельчила
почти 700 граммов сыра. Я думаю, что если бы я включила свою максимальную скорость, я могла бы и за минуту это сделать. Мы как-то с девочками делали такой конкурс, и как бы можно потереть еще быстрее. Видите, тазик сыра у меня готов. Теперь уже я начинаю натирать морковь. Ой-ой-ой. Начинаю натирать морковь, и следом пойдут яйца. Сейчас проверяю, надо второй круг нажать. Так. Так. Морковь. Кто-то, я знаю, что любит морковь сырую добавлять. Я не очень люблю сырую морковь. Вот такой вот аль денте в самый раз. Также хороший вопрос могли бы вы задать, а как эта терка измельчает твердые сорта сыра, типа пармезан или джуго, наш литовский сыр, также прекрасно измельчает абсолютно без усилий. Дальше, следующая очередь у нас идет чеснока. Почему не в последнюю очередь? Для того, чтобы яйца потом еще прошли через этот чеснок. Я думаю, что мне хватит одного зубчика чеснока, он довольно-таки ароматный. Хотя нет, давайте два, раз уж почистила два, тогда будет два. Чеснок и, конечно, теперь идут вареные яйца. Раз, два. Таким же образом очень легко можно готовить, например, картофельные оладушки, можно готовить блинчики из цукини, можно готовить привычные вот из нашего детства слоеные салаты типа мимоза, типа селедку под шубой. Таким же образом можно готовить классно салат из свеклы с грецкими орехами и черносливом, например, и так далее, и так далее. Ну вот и все, еще минута у нас прошла, итого 2,5 минуты, и сейчас мы будем еще добавлять майонез. И вот буквально тогда меньше 5 минут, и огромный таз сырного салата готов. Если не болтать, не поясничать перед камерой, то можете себе представить, как быстро это все происходит. Все, процесс окончен. Я помогла себе силиконовой лопаткой вычистить терку от сыра. А теперь я разбираю Fusion Master систему легким движением руки. Открепляю верхнюю часть. Нога практически не пачкается, ее можно просто протереть бумажной салфеткой. А вот эту часть разбираю на толкатель, ручку. Ой-ой-ой. Ручку и основную часть. Разобрала на 5 частей. Споласкивается она элементарно. И убираю в сушилку. Обращаю также ваше внимание на то, что от варки моркови у меня микрокук остался практически чистым. Его можно просто сполоснуть. Ну и сырница вообще почти не испачкалась. Поэтому я сейчас сюда положу новую порцию сыра. И уберу ее на ее привычное место в холодильнике. И тем самым 5 минут, нет горы посуды, все чисто, все красиво. И покажу сейчас главный фокус для сервировки и подачи этого сырного салата. Ну и, конечно, главный ингредиент, без которого не обходится сырный салат, это майонез. И теперь я выкладываю майонез из стеклянной банки. Майонез у нас, к сожалению, не домашнего приготовления, но сегодня у нас речь не о нем, поэтому использую покупной магазинный. Пока возьму вот столько. Мне нужна довольно-таки плотная структура этого салата. И размешиваю я его при использовании вот такой ложки с дыркой, потому что все липучие массы, салаты, джемы и прочее, все то, что норовит прилипнуть к ложке, лучше размешивать вот этой вот ложкой с дыркой. И при этом, конечно, я не использую металлические приборы, потому что мне нужно беречь миску серии Clear. Я вам сказала в начале ролика, что она не хозяйственная, она для подачи, для сервировки. Для тех, кому удобнее понимать все на языке одежды и моды, это примерно так, как в вечернем платье пойти поливать огурцы, например, в свой сад. Да? У нас есть одежда на разные случаи жизни, и посуда тоже есть на разные случаи жизни. Ну вот и все, сырный салат готов, и вот так выглядит обычный, как бы привычный для вас сырный салат, и так его подают.
режу, конечно, его раскладывают по корзиночкам, убирают в рулеты и так далее. Что я хочу вам показать? Ну, конечно же, линейную форму. И, конечно, конечно, гораздо красивее для праздничного стола будет выглядеть сырный салат, поданный на стол в виде подсолнуха, так как это происходит при использовании желейной формы. Я сейчас перекладываю эту массу и покажу, что получится. Вот и все. Миску я убираю, она мне больше не нужна. Я, заметьте, пожалуйста, что я не скребу приборами по стеночкам. Я использую силиконовую лопатку. Эта часть готова, но покажу еще одну хитрость. Я очень не люблю, когда к крышке прилипает масса из желейной формы, поэтому я всегда стараюсь чем-то присыпать. В данном случае я использую, например, семечки сезама, можно брать какие-то дробленые орехи, можно взять панировочные сухари, ну что-то, чтобы масса не прилипла. Тогда вам удобнее будет накладывать при сервировке, и вообще так как-то приятнее будет. Вот, совсем немножко добавила. Использую серию SpaceMaker, в ней прекрасно хранятся любые виды семечек и круп. Теперь я закрываю крышку. Вот так, выжимаю воздух и убираю сырный салат в холодильник. Опять-таки, одни плюсы, и вот в таком виде можно замечательно взять этот салат с собой на пикник, в гости к друзьям, приехать и красиво его сервировать в любой тарелке, выложить, и получается замечательно. Но хочу показать вам еще одну идею. У нас есть вот такой вот поднос крутящийся, и... Я сейчас, видите, в режиме реального времени, мы не убирали этот салат в холодильник. По-хорошему, конечно, нужно еще его утрамбовать, можно взять толкушку, немножко придавить, но показываю так, как есть. Вот, видите, меньше крышка испачкалась, чем если бы там был просто сырный салат с майонезом. Уберу эту крышку, мыть приятнее, ну и вот таким образом тоже видеть ее приятнее. Теперь прикладываю к подносу. Выкладываю. Ой, красота какая. Открываю крышку. Вы видели, да, что буквально он 2 минуты постоял в этой желейной форме. Выкладываю. Салат падает вниз. И получается вот такой вот шедевр. Но это привычный вам сырный салат. И, конечно, нужно украсить. Вы можете налепить розочек из помидорчиков, огурчиков. Можно просто бросить гроздь зелени или веточку базилика или даже красной смородины, но у меня сейчас под рукой ничего такого нет, мы все снимаем экспромтом, и я немножко вот так вот посыплю семенами черного сезама, просто хоть чтобы какой-то декор был, вот, и все. Чистого времени приготовления у нас это все заняло меньше 5 минут, если не болтать, если вам все не рассказывать, а просто приготовить вот такого объема 1,5 литра сырного салата, то вот что получается. Приятного аппетита! Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Пока-пока.